эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валиахметов. Здравствуйте. 14 октября глава Башкортостана Ради Хабиров провел оперативное совещание в правительстве республики, на котором был рассмотрен ход устранения последствий аварии на Благовещенском предприятии «Полиэф». С отчетным докладом выступил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. С первых минут чрезвычайного происшествия был организован постоянный мониторинг качества воды с использованием трех мобильных лабораторий. Для предотвращения повторений подобных инцидентов необходимо обеспечить дополнительный контроль над всеми опасными производствами на территории республики. В Башкортостане завершилась уборка зерновых культур. По итогам кампании намолочено более 3 миллионов тонн зерна. Для приемки продукции в республике работают 33 элеватора и хлебоприемных пункта. Сегодня продолжается уборка технических культур, овощей и картофеля. Полевые работы ведутся по графику. За 9 месяцев в Башкортостане введено в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю республика на 1 сентября занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе и 7-е место в стране. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» перед республикой поставлена цель увеличить строительство жилья на 60% относительно уровня 2018 года. До конца этого года ожидается ввод еще 814 тысяч квадратных метров. Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил окончательно решить вопрос по качелям с жесткой сцепкой, поручение по которому было дано год назад. С отчетом о выполнении поручения главы Башкортостана выступил исполняющий обязанности председателя Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков. Сейчас почти все качели с жесткой цепкой в республике демонтированы, их осталось считанное количество. Проект по развитию в республике молочных кухонь с 2020 года охватит 26 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Сегодня в Башкортостане натуральную молочную продукцию бесплатно получают 2000 детей, проживающих в Уфимском, Ишимбайском, Мелюзовском, Стерлитамакском районах, а также в Салавате и Кумертау. Она выдается в 13 пунктах и реализуется через торговые сети. И завершилось совещание в правительстве региона обсуждением проекта мобильного приложения «Лесная карта». Актуальность ресурса продиктована необходимостью создания интерактивной карты лесных территорий, на которых проводится заготовка древесины, а также свободных для использования участков. В настоящее время оцифрован весь лесной фонд республики, без малого 6 миллионов гектаров угодий. Планируется начать аналогичную работу в отношении 22 тысяч гектаров лесов муниципального значения. Традиционная праздничная сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню Республики, прошла на рыночной площади города 11 октября. Для инаульцев был предложен широкий ассортимент продукции. В этот день каждый смог найти себе товар по душе. На первой в этом году осенней ярмарке продукцию представили как сельскохозяйственные предприятия нашего района, так и гости из соседних областей. Среди товаров – мясо, мед, зерно и многое другое. На ярмарку приехали предприятия с Чайковской области, с Пермского края, с Удмуртии приехали, представили свою продукцию в виде саженцев, капусты. Ну, наши личноспособные хозяйства тоже представили продукцию, как лук, капуста, морковь. Спросом вся продукция пользуется, желающих много. И вот пожелание было от местных жителей, чтобы такие ярмарки организовывали почаще. Для этого мы сейчас уже обдумываем. Организовать не только еще одну, может еще две ярмарки как минимум организуем. Также, если коротко сказать о сельхозпроизводстве нашего района, этот год, как никогда, вот за последние 10 лет он был самый сложный. Начиная с весны погода нам преподнесла свои сюрпризы. Однако все сельхозпредприятия смогли запланированную площадь отсеять на уровне прошлого года. И период, и летний период погода у нас не баловал, тем более осенний, уборочный период. Но несмотря на все трудности, все сельхозтоваропроизводители благополучно завершили уборку и получили достойный урожай на уровне прошлого года. На ярмарочной площади было организовано более 90 торговых мест. Большинство участников уже многие годы привозят свою продукцию на осенние ярмарки. Для одних это место, где можно с выгодой закупить качественную свежую продукцию. Для вторых это возможность ее реализовать. Приехали с Орловки. Приезжаем не первый год уже. Позапрошлом году приезжали. Мы привезли все то, что у нас на школьном участке растет. Кабачки, свеклу, морковь.
Картофель продали уже, картофель тоже был. Ну, урожай у нас был, ну, очень хороший, даже если погода была такая. Мы сегодня приехали со своими овощами со своего огорода школьного. Наши дети постоянно каждый год трудятся, и каждый год мы приезжаем на ярмарку. Сегодня привезли мы морковь, чеснок даже, лук. Очень хорошо, кстати, покупают лук, морковь, свеклу, картошку даже со своего тоже огорода. И, ну, удачно вроде как торговля удалась. Еще осталось, в принципе, продать чуть-чуть буквально. На прилавках в этот день можно было увидеть не только продукты питания, но и саженцы деревьев и кустарников. Особым спросом у покупателей традиционно пользовались овощи и фрукты. Мы покупаем всегда, хотя сейчас я одна живу, и с дедом мы сколько брали всегда. Так нам нравилось, очень хорошо. Посмотри-ка, как красивый концерт это дает. В это же время шел праздничный концерт. Творческие коллективы нашего района подготовили разнообразные музыкальные номера. Зрители с интересом наблюдали за действием на сцене. За ярмарочный день была продана почти тонна меда, порядка 2 тонн лука и картофеля, 7,5 тонн капусты, 1 тонна моркови и свеклы, более 2 тонн мяса, 2 машины сена и 5 машин перегноя. Гульнара Сиддикова, Альбина Зарипова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. В честь празднования Дня Республики в столице нашей республики проходили различные мероприятия. На основных площадках города прошли праздничные сельскохозяйственные ярмарки. Среди участников был и наш район. Отведать янаульскую продукцию уфимцы смогли 11 октября. Товар производителей нашего района был представлен в Калининском и Орджоникидзевском районах столицы. Особой популярностью у покупателей традиционно пользовались овощи. Небольшой дождь идет, но, однако, праздничное настроение от этого не портится. Сегодня от нашего района приехали 5 представителей. Это тепличный комбинат Янаульский, коптильная ИП Хабибурахмановой, коптильная Набилинского и 2 ЛПХ. Это Сеть сельсовета и Янаульский, город Янаул. Также нас поддержал ООО «Силуэт», представили свою текстильную продукцию на нашей сельскохозяйственной ярмарке. Все, что выращивается на нашей земле, все представлено. Мы привезли из Янаула наши самые вкусные томаты, которые выращиваются на нашей земле. Также привезли картошку, лук, капусту и копченую продукцию. Постепенно с прилавков исчезала подготовленная для ярмарки продукция. Среди представленных товаров были не только овощи, но и копчености и текстиль. Для наших сельхозпроизводителей участие в ярмарке – это в том числе и возможность увеличить свой рынок сбыта. Приехали с торговлей, со своего производства, с тепличного комбината «Янаульский». 2 вида помидоров привезли и 1 вид огурцов. Также имеется продажа капусты собственного производства. Участвуем уже второй раз. Люди берут, людям нравится наша продукция. Вообще мы любим Орджоникидзевскую площадь. Каждый год приезжаем сюда на ярмарку, готовимся почти год, торгуем трикотажем, трикотаж именно собственного производства. Наш трикотаж любят постоянно покупатели, клиенты. Приходят иногда с заказами. Основной контингент покупателей – это пенсионеры, любят нас. Раньше я ездил в Нига, и на узкую ярмарку. Нынче попросили сюда приехать, потому что у меня ассортимент большой. Поэтому я рад. Вот Уфу давно не видел. Правда, холодновато, дождик. Но терпеть можно. Настроение приподнятое. В этот день среди покупателей были и те, кто не впервые покупает именно янаульскую продукцию, и те, кто просто пришел на ярмарочную площадь. Все посмотрели, янаульскую продукцию увидела.
ну, овощи не брали никогда, молочную продукцию берем, нравится очень. Вот решили взять здесь капусту. Взяли огурчики, помидорки, очень понравилось, спасибо. Ярмарка, отличная ярмарка, здесь каждый выходной ярмарка. Янаульский я вообще обожаю, и молочные, и вообще, и овощи. Вот решила купить помидоры. Дети попросили икру сделать. Тем временем на сцене выступали творческие коллективы. Зрители с интересом наблюдали подготовленный концерт. Артисты создавали особое праздничное настроение. За день была реализована 1 тонна картофеля, более 0,5 тонны огурцов и порядка 2 тонн томатов, 2 тонны лука и около 200 килограммов копчености. Опыт участия в столичной осенней ярмарке для нашего района не нов. И, возможно, в будущем это вновь станет традицией. Гульнара Сиддикова, Лиана Белалова, Айдар Садыков, служба новостей Янаульского телевидения. 1000 человек спели вживую главную песню «Символ Башкортостана». Так они отметили День Республики. К флешмобу присоединились и янаульцы. В ходе импровизированного концерта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» прозвучали песни на нескольких языках и танцы народов Башкортостана. Поздравил янаульцев с большим праздником председатель местного исполкома Курултая Башкир Рафаил Яхин. Для режиссера-постановщика Дворца молодежи Алины Федосеевой мероприятие стало дебютным. И, по ее словам, удалось провести его на должном уровне. Концертные номера мы готовили тоже очень быстро, никаких помарок, там ничего во время концерта мы не заметили. В принципе, концерт такого уровня очень серьезный, и мы к нему подошли очень серьезно, поэтому и участники у нас со школ, сборные коллективы. Это ансамбль «Мирас» выступал сегодня, «Карусель» выступала сегодня, подготовительная группа. И мы сами работники Дворца молодежи. Все сплоченно и в дружном коллективе сделали это мероприятие. Финальным действием праздника стало исполнение гимна Республики Башкортостан. Великое церковное празднование Покрова Пресвятой Богородицы издавна отмечается верующими людьми во всем мире. Его любят и почитают. Оно символ веры и защиты. Этот день отмечен в православном календаре 14 октября. Именно в этот день во всех храмах проходят праздничные богослужения. В Выборгско-Ильинском храме 14 октября собрались все прихожане. Своими корнями история праздника уходит в далекое прошлое. В 910 году Богородица укрыла своим покровом Константинополь, тем самым защитив его от врагов. С тех самых пор покров Царицы Небесной, ее православная одежда стали священными, а люди, запомнив этот великий день, стали отмечать его как святой праздник. Дорогие братья и сестры, всех вас я поздравляю с радостным праздником покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Этот праздник берет основание с X века, когда Константинополь осаживали враги, сарацины, и люди, видя опасность, собрались в православном храме Константинополя во Влахернском, где лежала ризы Матери Божией, и там все коленопреклонно молили Господа и Матери Божией, чтобы он защитил град Константинополь. И вот в 4:00 ночи святой Андрей Христа ради Юродивый и ученик его Епифаний увидели, как Матери Божия вместе с сонмом многих ангелов и многих святых тоже стоит у престола Божьего и молится за людей. И
Матерь Божия, встав, взяла свой амафор, это платок свой, и покрыла всех присутствующих там в храме людей. И это увидели вот Андрей Христа ради Иродивый и ученик, которые были духовные очи и видели такое видение, что Матерь Божия умолила Господа, защитила ихний град. Этот праздник в нашей, на Руси, прижился где-то в XII веке, когда князь Андрей Боголюбский много тоже по молитвам Матери Божией победил в разных войнах, и Матерь Божия помогала в разных сражениях. Так и мы сегодня, вспоминая то событие, собираемся в храмах, как много лет назад, и молим Матерь Божию, чтобы она была молитвенницей, ходатайницей перед Богом за людей нас, и также взяла под свой покров. Из этого всех православных христиан я поздравляю с праздником Матери Божией, желаю Божьей помощи и Матери Божия заступничества. С праздником всех вас! 19 лет назад солист и менеджер легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» Владимир Преображенский создал музыкальный проект. Назвать он его решил «Лучшие хиты «Синей птицы» и не прогадал. Почти 20 лет концерты собирают аудитории в ближнем зарубежье и во многих городах России. В минувшие выходные музыканты побывали в Янауле со своей концертной программой. Гремевшая в Советском Союзе «Синяя птица», она, на, в общем-то, слава Богу, и сейчас на плаву. Я имею в виду творчество, я имею в виду песни. Вот. И поэтому проект, который я задумал и, в общем-то, организовал 19 лет назад, вот он по сей день существует, и мы каждый год ездим по России, неоднократно в городах бываем, и где-то даем порядка 150 концертов в год. Таковы новости к этому часу. А в завтрашнем эфире смотрите телепередачу «Гумер Мезгельдаре». До новых встреч! Внимание! Только один день, 16 октября, в МКДЦ состоится выставка-продажа модных, элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новая коллекция для женщин всех возрастов, производство России. Низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, пуховики, пальто из драпа. Внимание! Антиутилизация! Выгода до 30%! Подробности в салонах Госоптика. Нефтекамск, Ленина 38, Юбилейный 2, Янаул, Советская 2. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Внимание! Только один день, 16 октября, в МКДЦ состоится выставка-продажа модных, элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новая коллекция для женщин всех возрастов, производство России. Низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, пуховики, пальто из драпа.